14 марта 2002 года был рожден новый бренд в сфере рынка. Итак, начинаем. Основатель фирмы и бренда «Пролифт» Бахтияр Каракоч. Им были разработаны монтажные работы, ревизия и уход лифтов в городе Гирасун. Компания начинает свои первые шаги в рынке, зарегистрировав бренд «Пролифт» в институционализированном процессе. От начала создания «Пролифт» имел своих потребителей и начал производить группу кабин, подвесок и доски. В 2005 году начал производить автоматические и скользящие этажные и кабинные двери лифта. После двухлетнего опыта работы свой первый выход осуществил в 2007 году на 10-й международной ярмарке в Стамбуле. После успешно пройденной ярмарки в 2007 году было принято решение о инвестиции проекта создания этажных и кабинных подвижных дверей. Компания «Пролифт» в 2007 году вышла на рынок с производительностью 6 тысяч штук, а работала с целью увеличения производительности с каждым годом. Усердно работая над исследованиями и разработками, компания повысила качество товара. Работая в лифтовой базе, рыночный опыт показал нам недостатки. С помощью клиентов, а именно поняв, что они хотят, мы улучшили свой опыт. На основе развития и качества наша основная цель – разработать экономичные и прочные товары. Что несет в себе инновационный и современный долговечный высшего качества «Пролифт»? Компания «Пролифт» в 2009 году повысила производство полных автоматических этажных и кабинных дверей на 17 тысяч штук. До этой даты компании производилась кабины, пано и двери. К концу 2009 года было принято решение производить полные автоматические этажные и кабинные двери. Компания «Пролифт», начав с 2007 года с производства 6 тысяч штук, к 2011 году повысила производство на 56 тысяч штук. Стандарты качества и производства позволили стать лидером на рынке. При исследовании разработки в краткие сроки, в строительстве, логистике, условиях охраны труда и здоровья, компания «Пролифт» разработала новый продукт из нержавеющей стали и получила свое место на рынке. В 2014 году центр фирмы по спросам, предложениям и логистике переехал в область Мармара. В 2015 году в городе Бурса была открыта компания с закрытой площадью 16 тысяч квадратных метров для обучения, исследования и разработки новых моделей. После двухлетней продолжительности стройки в 2017 году компания «Пролифт» переехала в здание фабрики. Производительная мощность одного и того же процесса фабрики «Бурса» из 11 200 штук повысила на 168 тысяч штук.
и этот показатель повысился на 50%. И в этом же году компания ProLift, полагаясь на свой опыт, решила создать модели лифтов. В том числе в этом году начали производить оборудование, кабины, счетчик машины, весовые рамы. Также было исследовано и разработано 6 разных моделей лифта. Компания ProLift, имеющая производство 12 тысяч штук лифтов в год, в 2018 году под этой же маркой был выпущен безредукторный мотор и доска. Постепенное исследование и разработка повысило качество товара. На внутреннем рынке достигли великих успехов. В этапе производства уделяли отдельное внимание на качество и доверие. В результате тщательного исследования и разработки достигли производства долговечного и качественного товара. Мы удержали власть над внутренним рынком и взяли карту мира, начав ставить свои цели. На Северном Востоке, Азии, Европе, Америке и Африке марка ProLift должна быть на своем заслуженном месте. Поставлена цель и задан старт. На сегодняшний день мы экспортируем почти в 60 стран мира. А на рынке имеем свой бренд, и этим гордимся. Ben sektörde 18 yılımı tamamladım. Bunu okuyabilmek için sektörün içinden yetişmiş olmak gerekiyor. 2002 yılında 2006 yılına kadar burada kendimiz firma sahibi olarak montaj ve taahhüt işlerini götürdük. Daha önce de İstanbul'da asansör firmalarında montör olarak çalışıyordum. Kuyudan gelme deriz, bizde bir tabir vardır. Kuyudan gelme olduğumuz için asansör taahhüt firmalarının ne istediğini, neye ihtiyaç duyduğunu zannedersem biz biraz daha iyi okuduk. Burada da rekabet konusunda Avrupa deyince işte mühendislik, kalite, güven akla gelir. Uzak Doğu deyince de bir ürünün ekonomikliği ön plana çıkar. Biz burada ikisini de bir araya getirmeye çalıştık. Müşterinin memnun kalabilecek olduğu, en az Avrupalıların ürettiği kadar kaliteli ürün üretebilmek ve Uzak Doğulular kadar da bunu pazara ekonomik sunabilmek. Bu da müşterinin memnuniyetini, evet, yani tercih etmesini sağlıyor. Мы представляем политику качества бренда ProLift и избраны клиентами. Уделяем особое внимание здоровью и правам труда. Сперва проверяем себя. Проводится регулярная международная сертифицированная организационная проверка по безопасности труда. В пакете лифта ProLift высокое качество, своевременная доставка, простота монтажных изделий и конкурентоспособные цены делают наш бренд лидером рынка. ProLift быстрым откликом и рекомендациями повышает качество обслуживания клиента и в короткие сроки адаптируется к разработке стандартов и правил.
Чтобы быть более бдительными на заказы клиентов, мы инвестировали в автоматические технологии – роботы. Мы не ожидали такого поворота, но сделали. В 2019 году пакет и модель лифта бренда ProLift стала самым важным производителем в мировом рынке. Мы объединили инвестиции с опытом, знанием пакета и модели лифта. Мы производим качественные и готовые к работе лифты. Бренд ProLift производит пакет и модель лифта 75% от всего производства. Будучи брендом ProLift, обеспечивает мировому рынку кабины, компоненты кабин вместе с дверьми. В специализированном месте персоналом с использованием проектов производится пакет и модель лифтов для легкого использования. . 2018 год. В Турции, Бурсе, на центральной фабрике завоевали международный рынок, и компания вышла за пределы страны. В 5 разных государствах решили создать центры производства и логистики. До конца 2023 года поставили цель на инвестицию бренда ProLift'а. В 2018 году открыли ProLift Азия, столицей Бишкек, Республики Кыргызстан. А в 2019 году ProLift R, столица Москва, Российской Федерации. До конца 2023 года планируем открытие бренда ProLift еще в 5 других странах. К концу 2019 года в 2 странах планируется закрытие инвестиций, и к концу 2023 года запланировано открытие компании еще в 3 странах. Эти проекты осуществятся до 29 октября 2023 года. И повысят производство моделей и пакетов лифта до 20 тысяч штук. К концу 2019 года ProLift Asia и ProLift R завершит инвестиционный процесс. Запланированный бренд ProLift до 29 октября 2023 года превысит годовой план до 20 тысяч пакетов и моделей лифта. В Турции, России и Кыргызстане на 60 тысяч квадратных метров построено 3 фабрики, 30 тысяч квадратных метров в закрытом здании. Была поставлена цель производить в году 25 тысяч этажных и кабинных дверей и 20 тысяч моделей и пакетов лифтов. Сильный и мощный бренд. Постоянное развитие и направленность на новые инновационные технологии. Потому что мы
про лифт.